всем массовых хеллоу. С вами Мак, и мы сегодня с вами рассмотрим, так сказать, собрание комиксов о Дэдпуле. В это собрание входит первый по 12 выпуск, а также 130-131 о Thunderbolts. Что такие Thunderbolts? Это наборы, это команды супергероев типа Мстителей, которые работают на Нормана Осборна и охотятся за Дэдпулом. Ну что ж, давайте рассмотрим. Значит, первая глава нам рассказывает о том, что некие инопланетяне вторглись на планету, и вот один Дэдпул только может с ними справиться. И его посылает якобы Ник Фьюри, чтобы влиться в доверие инопланетных тварей. Так и происходит, он вливается в их доверие. Ну, тут Дэдпул в своем репертуаре. И обманывает их, и путем этого обмана он похищает нужную информацию. Но эта информация не доходит до самого Ника Фьюри, а доходит до... А вот до кого, вы узнаете сами, прочитав данную историю. Всего первых серий, как я ранее сказал, 12 штук. Комикс полностью на английском языке, но выполнен в замечательном стиле, в красочном. Кстати, вот с 1 по 12 выпуск идет один стиль, а потом начинается совершенно другая стилистика рисования. Вот, например, как здесь уже. Здесь уже другой стиль. Вот вы спрашивали, кстати, кто такие Thunderbolts, вы интересовались. Вот они и есть. Набор Человек-муравей, Черная вдова, еще каких-то три чувака. И работают они на Осборна. Комикс, как по мне, очень интересный, занимательный. Но, повторюсь, это не, конечно же, темный рыцарь. Ну, это и не должно быть, на самом деле. Должен быть вот такой контраст. То есть, если уже у вас плохое настроение или скучно, как раз вот можно прочитать Дэдпул, он поднимет настроение. Кстати, в этом комиксе я не увидел общения с самим читателем. Очень много есть выпусков, где он обращается к самому читателю. Здесь же он просто общается сам с собой и сам себя гонит и сам себя троллит. В общем, комикс хороший, рекомендую прочтению. Вот такие пироги. Сзади небольшая энциклопедия о каждом герое, который встречается в данном собрании. Ну что ж, дорогие друзья, это был обзор собрания Дэдпула. Как всегда, с вами был Мак. Подписывайтесь, оцените, комментируйте, ставьте лайк, вступайте в группу ВКонтакте. Еще увидимся. Пока!